Йога не сделала меня толстокожей, увы. А есть вещи, которые меня до сих пор пробивают, да так, что рушится вся вселенная, словно карточный домик. А здесь йога мне открывает глаза на выбор. А выбор, который на самом деле всегда был и, я считаю, есть у каждого человека. Можно свернуться эмбрионом и в позе крючочка пострадать отведенный срок. А либо спасти время и свести все эти страдания к минимуму, к 15-30 минутам вместо месяцев и недель. Остальное время быть спасено и буквально выкуплено через занятия йогой. Я считаю, что токсичные, деструктивные эмоции очень важно и нужно отрабатывать через физику, через медитацию. Все равно ты потом в итоге понимаешь, что если кто-то взял и убрал всего лишь одну книгу с твоей полки, а остальные попадали на тебя всем скопом, значит, там просто никогда не было должного порядка. И эта взятая книга, так же, как и все остальные, просто никогда не была на своем месте. Пришло время разобраться в ситуации и навести порядок. Вот и все, и можно жить дальше.